В нынешней экономической ситуации малый и средний бизнес столкнулись с новыми ограничениями и проблемами. Сегодня многим предпринимателям необходимо оперативно реагировать на кризисные условия, чтобы сохранить свое дело и думать о новых возможностях для своего развития. Для этого уже не первый год большую помощь бизнесу оказывает Сбербанк России. В начале этого года банк включился в государственную поддержку бизнеса и предложил собственные меры. В основном какие меры господдержки? Это госпрограмма 13,5-15%. То есть мы знаем, что в феврале, в марте очень сильно поднялась ключевая ставка, и кредиты стали просто неподъемными для бизнеса. Да? То есть бизнес еще не сориентировался, при рентабельности там, в районе 10%, безусловно, сложно было обслуживать кредит под 25%. Поэтому, безусловно, здесь государство разработало программу поддержки 13,5-15%, и в этой программе участвовали многие банки, в том числе и Сбербанк. Но поскольку наша доля и охват нашими клиентами, он существенный, и, соответственно, у нас эту поддержку смогли получить большее количество предпринимателей. В качестве поручителя кредитора Сбербанк выступает гарантийный фонд «Чувашия», один из институтов поддержки бизнеса. Это позволило организациям малого и среднего бизнеса привлечь большой объем финансовых средств при отсутствии достаточного обеспечения. На сегодняшний день, с учетом произошедших событий, гарантийный фонд внес изменения уже с 1 марта 2022 года и снизил ряд ставок по вознаграждению за предоставление своего поручительства. Так, у нас снижена процентная ставка по вознаграждению субъектам МСП, которые задействованы в производстве, кластерам, членам-резидентам кластеров и индустриальных парков. За последний месяц через Сбербанк прошли кредитные суммы более 1 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь в развитии и сохранении бизнеса для более 1000 клиентов Чувашии. Среди получивших своевременную и необходимую помощь оказались и предприятия «Ортис», «Энергия» и «Граждане». Предприниматели не первый год сотрудничают с этим банком и остаются довольно надежным партнерством. С ним очень комфортно работать. Очень оперативно принимаются все решения. У них индивидуальный подход к каждому клиенту. Меры поддержки в период пандемии нам оказали очень большие, и 2% кредиты с последующим погашением, и на субсидирование этих средств, и на сохранение численности штата. Также со Сбербанком мы работаем и другими инструментами. Это получается и по заработной плате у нас проект, и эквайринг. Также и Сбермаркет. Сбербанк и «Граждане» сотрудничают с 2017 года. Вместе они рассматривали и проект открытия нового ресторана в Волжане, где оказали огромную помощь в начинании еще одного бизнес-проекта. А предприятие «Ортис», уже в течение 22 лет занимающееся поставкой электротехники, электронных компонентов, средств автоматизации и счетового оборудования, сотрудничает со Сбербанком уже на протяжении 15 лет. «Ортис» неоднократно участвовал в господдержке и антикризисной программе. Банк предоставлял предприятию кредиты на выкуп и реконструкцию, зарплатные проекты, бизнес-карты. Сейчас мы пользуемся поддержкой ВКЛ, то есть под льготные ставку 8,2%. В пандемийные времена мы пользовались господдержкой через Сбербанк. В 2020 году по 2% годовых, в 2021 было по 3% годовых. Вот. На данный момент и плюс через агентство мы еще сейчас взяли под 80%, это для поддержания кассовых разрывов и все остальное. Благодаря сотрудничеству «Ортису» удается оставаться одним из крупнейших поставщиков в сфере проектирования и строительства сетей связи. В компании на сегодняшний день работают более 100 высококвалифицированных специалистов с соответствующими навыками и профессиональным подходом, которые способны гарантировать качественный результат своей работы в короткие сроки. Поделиться опытом взаимодействия со Сбербанком и показать, как работают в новых кризисных условиях, согласилось и предприятие «Энергия», производитель трикотажных рабочих перчаток. Географию поставок продукции «Энергия» охватывает всю Россию. От Калининграда до Южно-Сахалинска, из стран Таможенного союза, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Перчатки изготавливаются высококвалифицированными опытными сотрудниками на высококачественных, современных, компьютеризированных перчатно-вязальных автоматах, оверлоках, автоматах для нанесения на перчатки покрытий. Бизнес
бизнес расширяется, несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию. В этом немалую важную роль играет поддержка от Сбера. Да, в этом году воспользовались нашей господдержкой 30% субсидирования нашего оборудования. Это, конечно, почти 6 миллионов мы получили. Это очень колоссальная поддержка. А также, ну, я хочу заметить, каким образом. Если начиная с 2008 года, да, то есть как бы правительство шло к малому бизнесу так тяжело, как-то вот таким вот, ну, скажем, медленными шажками, то сейчас, конечно же, правительство открыто, и поэтому очень здорово тем, что мы можем легко обращаться, выдвигать свои вопросы, решать их. То есть оперативное решение этих вопросов, это очень радует, но это реально очень большая правда и очень большой плюс для нас. Поэтому и в связи с этим у нас тоже, как у бизнеса малого, появляются крылья за спиной еще больше. То есть мы чувствуем эту поддержку и двигаемся вперед. То есть мы знаем, что мы не одни. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».